Так что нам сегодня с ним будет гораздо легче общаться, чем обычно с заезжими гастролерами. И первый вопрос. Вся Россия до сих пор обижена немного на Рамштайн, потому что вы не приехали на RMA. Объясните, пожалуйста, ваше поведение, почему так получилось? Wir haben unsere Tour vorbereitet. Ты понимаешь меня? Okay. Wir haben unsere Tour vorbereitet und wir hatten ganz viel zu tun. Und deshalb konnten wir nicht kommen. Wir wollten erst, aber wir waren, hatten wirklich Schwierigkeiten, die Tour vorzubereiten. Мы готовились очень долго, но, к сожалению, произошли небольшие неприятности, мы не смогли приехать. Готовились очень долго. Это правда. Может быть, проблемы с авиабилетами? Wir haben 13 Trucks, 13 LKWs. Verstehst du? 13 was? Trucks. Truck. Что-то с траксом у них случилось. У нас было 13... Trucks mit Technik. Und die müssen, das muss alles koordiniert werden, ist ganz kompliziert. Что такое тракс? Что такое трак? Никто не знает. Трак, действительно. Ну, неважно. В общем, 13 этого у них было. Большая машина. А, у них проблемы были с большой машиной. Нет, да. Наша техника. 13. Так. На трак. 30 трейлеров. Застряли. Грузовиков, понятно. Это нелегко. Понимаю. Okay. Я был на вашем концерте, который вы дали не так давно в Москве. Я тоже. Понятно. Но я был на самом... Я был на самом первом вашем концерте, который вы дали года два тому назад. Там было огромное количество пиротехники. Была пушка, которая выстрелила в зал огненным шаром. Люди, на самом деле, очень сильно испугались. Был шок в зале в этот момент. Но все остались довольны увиденным. Как вы решаете проблемы с организаторами и, соответственно, с теми местами, в которых установлена противопожарная сигнализация? Видимо, требуется помощь все-таки переводчика. Что? Противопожарная сигнализация. Как они отключают ее? Как они решают проблемы с противопожарной сигнализацией? Wie lösen Sie Probleme, die mit Organisatoren, mit Feuerwehrorganisatoren? Oh Gott. Вопрос понравился. Следующий вопрос. Поль, в немецких музыкальных изданиях, журналах, ваш стиль называют dance metal. Я считаю, что это industrial. Какой стиль у Рамштайн? В каком стиле вы работаете? Рок. Вот лично вы какой Они называют это стиль? Роком. Просто рок. Чистой воды рок. Да. Окей, тогда вам должна быть не чужда стилистика рока. Атрибуты рока — это секс, дракс, рок-н-ролл. Вы поддерживаете третье атрибута? Три постулата. Три постулата. Wir sind ganz ordentlich, wir nehmen keine Drogen. Мы ведем вполне приличную жизнь без наркотиков. Ведут приличную жизнь без наркотиков, но, тем не менее, остаются секс и рок-н-ролл. Окей, это и прямо круто. Сейчас у нас на сцене парни, которые тоже не чужды, которым не чужды также эти понятия, это группа «Мираж».